писатель, поэт, генеральный директор студии «Новое планетарное телевидение», путешественница, любительница Индии, поэтому все индийские наряды. И здесь, в Сокольниках, проходит День Индии, и я здесь, естественно, не могу иначе, потому что это мне напоминает все родное. Индия как родной дом. Ну что еще? Еще впереди много планов, 106 социальных проектов и много-много чего хочется сделать для этой земли, для России. Мария, скажи, пожалуйста, вот у нас сейчас проходит фестиваль Индии, да, в Сокольниках? Да. И очень много вопросов касаемо общности Индии и России. Задавай. Да. На твой взгляд, что же у нас есть общего? Потому что считается, что наши арии, они пришли в Индию, дали Индии веды. Но мы видим, что люди, которые там живут, и вот наша обстановка в России, да, и обстановка в Индии, они немного отличаются. Не немного, а очень сильно отличаются. Действительно, в Индии находятся наши родовые корни. И наступит время, все поймут, где, как говорят, где зрив корень, где корень-то русов находится. Он находится в Индии. А вот само дерево, оно находится здесь. Но за время разных событий, которые происходили на планете Земля порядка 10 тысяч лет, произошло очень много изменений. И самое главное, то, что должно быть, было отрезано от нас, когда к нам пришло христианство. А отрезано это было то, что в Индии почитаются первая богиня-мать. Это у человечества. А ты представляешь, елка, насколько это чудесно, что когда человек вдруг понимает, что у него не только Отец Небесный, вот как говорит христианство, а что у него есть и мать, мама. И это мама Земля, а еще есть еще выше над мамой Земля, самая главная мама. И когда внутри тебя, в сердце твоем, и мальчиков, и девочек, и мужчин, и стариков, и женщин, живет, как в Индии, вот эта мама-богиня, ее сила, ее энергия, тогда человек, индус, очень сильно отличается от русского тем, что у него как бы есть какая-то такая составляющая, которая является... Что такое мать? Мягкость, любовь. Что-то такое, чего не хватает у нас, да? А у нас не хватает вот этой мягкости, потому что действительно нам ведь сказали, что у нас не женатый, холостой, один, Отец Небесный. Как это возможно? Вот как это возможно, если все в мире имеет пару? А у нас никто как бы не имеет этой пары, откуда, кто такое, что такое. И поэтому вот это произошло такое отдирание нас от материнской, я бы сказала, груди, от корней. И мы стали развиваться сами по себе, непонятно как. По-своему, это Божий эксперимент. Посмотрите, а что будет? Вот что будет дальше? Потом, конечно же, ты вот не зря ищешь, ты сказала, что ты для всех людей хочешь найти эту взаимосвязь между Индией и Россией, правильно? Я у тебя спросила, а зачем? Ну, в первую очередь, мы поймем, для чего мы сюда пришли. Мы поймем, что нас ждет в будущем и как мы можем повлиять на это будущее. Чтобы это все понять, нам нужно знать нашу истинную историю, не придуманную, которую нам навязали там, а именно настоящую истинную историю, откуда, что, зачем, и вообще как бы историю даже нашего родителя, родителей, которые являются нашими богами. У родителей, ведь тоже родители же не являются такими, которые сидят вот как Мурти, да, как статуи, и никуда не двигаются. Родители тоже вместе с детьми своими что делают? Развиваются. И у них тоже есть событийность, у них тоже есть история. А где событийность наших богов? Где их найти? Где наши родители? Вот если есть мать-богиня, у нее же есть какие-то события. Ты хотела бы знать историю своей матери, начиная от ее детства до сегодняшнего дня? Конечно, хотела бы, и отца тоже. И поэтому вопрошают сердца живущих здесь и чувствующих. Мы хотим знать историю наших богов, наших родителей. Историю, что они делали там не одну тысячу лет, потому что они же и миллионы лет существовали. Как
мы появились. Вот это самое важное. И эту историю можно открыть только в Индии. Потому что там есть вот эти корни, там есть сохраненные знания. Там есть такие знания, до которых доступа не каждому человеку есть. Я, допустим, живу недалеко от города Чиная, у Пондичерри, там часа три до Чиная. И там есть специальное хранилище, где лежат книги. Эти книги, они, в них ничего, если их открыть, они пустые. Страницы пустые, белые, ничего не написано. Вот такими книги были раньше. Но когда там есть те, кто умеет это читать, их осталось, по-моему, человек 6. Но если человек подходит к этой книге и только подносит к ней руку на расстоянии, как тут же возникает что-то там вдруг начинает писаться. И писаться начинает судьба именно этого человека. И таким образом можно прийти туда и узнать, ну, тяжело попасть, потому что народу-то много, да? Можно узнать свою судьбу, свою историю, свои истоки. А есть еще более интересные книги, которые когда-то были на Древней Руси. Это книги не просто какие-то наскальные рисунки. Честно говоря, я не знаю, что это такое. Это книги, которые, когда ты открываешь книгу, там сразу вырастает голографический образ из этой книги, и ты видишь как бы кино, всю историю. Вот это были настоящие продвинутые знания. А то, что мы сейчас имеем, и нам говорят Дарвин, обезьяны, что там еще, гориллы, вот это как-то, ну, нормальная человеческая душа не может согласиться с этим, это какая-то глупость. А вот когда мне вот говорят, что есть такие книги, что есть другие судьбы, что человек изначально был задуман не как горилла. И это не процесс эволюции, может быть, это произошел процесс инволюции. И совершенно точно известно, что первый человек... Нам дали Ветхий Завет, в котором указывается, что там 5000 лет, всего 5000, это плевок один, а Земля существует миллиарды. Возник человек, Адам. Но в той же Кабале и в более источниках, которые написаны для иудеев, там выписаны о двух Адамах, Адам Кадмон и Адам Ришон. Один духовный, другой эгоистичный. Два мира. На самом деле, что такое Адам? Это два мира. И при них две супруги, Ева и Лилит. Но почему-то вдруг исчезает один Адам, появляется, двое было, да? А на самом деле война была между этими двумя мирами. Материальным миром и духовным. И материальный мир победил духовный. И это история, которую мы, от нас скрывают. Но даже понимая, что Адам там... Ева. Это все как-то вот это в таком приближении, как вот эти розочки находятся. Очень близко. А что было до того? А где наша древняя история? Что было миллион лет назад? Что происходило? Где наши корни? И в Индии это есть. Там есть храм, мы были в Гималаях, в храме, посвященном первому человеку, сотворенному Богом. Имя его Ману. В Индии храм Ману. Ману. Он не был как Адам, который почему-то какое-то яблоко съел, что-то совратился. В общем, это все какая-то такая странность, да? А Ману – это был человек сотворенный, определенным образом праведный, который потом написал законы
развития и жизни человечества. Разница огромная, да? Там тоже был потоп, и Ману участвовал в этом потопе. Известно, что Бог Вишну превратился, проверял Ману. И он превратился в маленькую рыбку, которая была выброшена на берег. И Ману подошел и спас эту рыбку, посадил в баночку. Она росла так без еды, что выросла в скорости... разные, но они как бы такое ощущение, что бы одну списали с другой, только перековеркали. Ной. Ной потоп. Давайте посмотрим, кто такой на самом деле Ной. Мне неудобно говорить, конечно, но что Ной делал? Что он первое? Изобрел вино. Напивался в Зузю. Когда он напивался, его дети и дочери, простите, вот, совокуплялись с ним. Кто это так? Откуда он взялся такой вот, как это сказать, падшее такое существо? Как будто две ветки человечества, да? Одна ветвь, вот это вот благородный Ману. Вторая ветвь, не поймешь чего. Вот Адам Кадмон и Ришон. То есть получается, что здесь, в человеческом обществе, живут два вида человека. Одни были созданы одним способом, другие другим. Одним прививали какой-то разврат, вот это вот все, а другие шли праведным путем. То, что хранит Индия, это праведный путь развития человека до уровня сверхчеловека, до совершенства, до уровня божественного. Потому что мудрецы, кто такие мудрецы в Индии? Бессмертные, да? Это те же люди, которые развили себя до уровня бессмертия, познав знания. Вот. И мне больше близка эта история, чем та, где Ной напивался, как в Зюзю, и дочери с ним совокуплялись. Мне это непонятно. Для меня это чуждо. И поэтому вот история, связанная с Ветхим Заветом, где вообще все основано на обмане, она мне очень чужда. Даже если взять эту, как ее, Сару и Авраама. Там же основа первого человека Авраам, да? Но давайте эту историю я переведу на язык человеческий. Они попадают в египетский плен. Вот это что за мужчина, который к жене своей говорит? Значит так, ты прикинься моей сестрой, иди к фараону, короче, спи с ним. Вот, а блага приноси ко мне. То есть он ее, собственно, вкидывает в проституцию. Она идет туда, попадает. Через некоторое время, ну, значит, ей приходится жить с двумя мужчинами, с фараоном и со своим мужем. Через некоторое время фараон каким-то образом догадывается об этом, вызывает, он благородный и говорит, а что вообще за дела, ребят? Что же вы меня обманули? И он Сару отправляет с Авраамом в Иудею, дает им при этом стада, овец, украшения, ну, в общем, все необходимое. И они уходят, он их отпускает. А когда Авраам приходит на землю, банан какой там, я не помню, ну, неважно, да, он распальцовывается вот так после всего этого и говорит, я такой крутой, я ваш отец, потому что у меня есть стада, который дал фараон за счет того, что жена спала с фараоном. Естественно, Сара после этого, как она может относиться к своему мужу? Она не будет его уважать, правильно? Какое уважение? А после этого еще мало того, и Сара, которая не может родить, значит, не спит с Авраамом, отправляет его к горничной, я забыла, как ее зовут, господи, к слуге, и говорит, спи с ней. И у той рождается ребенок от Авраама. А Сара, к Саре,
был представлен из Египта тоже слуга. Вдруг откуда-то появляются какие-то люди, и через некоторое время Сара беременна. Естественно, возникает конфликт между двумя уже теперь детьми и семьями. Ну, дети малые. И что делает тогда? Что делает там кто-то, я не помню уже, когда вот в жертву приносят ребенка, пытаются принести. И в это время, вот представьте, что несут ребенка, ведут куда-то в горы, чтобы откоцать ему голову и принести в жертву Богу. Что за Бог такой, которому в жертву приносят детей? И в это время, типа там написано, ангел, так Бог проверял преданность вот Авраама и останавливает его руку. А я просто скажу, а в общем-то это не ангел остановил руку, это остановил слуга, который тихо пошел, слуга Сары, египтянин пошел и вот остановил руку и сказал, я не дам убить этого мальчика, а дальше все переворачивается. Так что это за история? Зачем нам такая история? Где наша? Изучать славянскую историю, да? Там у нас очень много богов. Правильно? Ты читала? Да, пантеон очень большой. Да, пантеон большой. Но если обратиться в Индию и провести аналогии между богами, Сварог, он же Индра, это тот, кто возглавляет всех девов или полубогов. И перечислен весь пантеон полубогов. Значит, если говорить, что мы дети Сварога, значит, мы дети полубогов. А где сам Бог? Где Бог богов? Где наш главный родитель? Да, там все зациклено на Свароге. На Индре. А Индра, как известно, если мы будем изучать ведическую историю в Индии, обладал порой качествами не совсем хорошими, все время дрался за свое место, все время пытался удержать свой трон. Это такой какой-то план такой. А и только единственным идеальным богом был Троица, да, вот это бог богов, Шива, Брама и Вишну. Но про них, хотя Вишен есть, и Кришен есть. То есть это все есть, но это все размазано, это все так закрыто, непонятно где, что, откуда. То есть получается, что мы какие-то безродные. Мы потеряли свой род. Кто мы, что мы? Мы просто это потеряли. Найти это можно только в Индии. Вот я, допустим, это нашла интуитивно. Потому что я очень хотела понять разные вещи. Я хотела понять, кто мы вот здесь, кто эти люди, откуда, почему такие. И поэтому я стала нюхом вычислять. То есть я вычислила сначала, у меня даже книга первая называется «Как Мария Христа на земле искала». Начало из всех я вычислила Христа Иисуса, да? Меня вздрогнуло, меня там протрясло, я стала изучать качество его. И когда я услышала, что он сказал, Иудей, вы не знаете моего отца. Ваш Бог – человек-убийца и дьявол, а мой Бог другой. Вот здесь у меня и произошла та зацепка, за счет которой я решила, что я выужу, кто же его Бог. Основное найти Бога Иисуса Христа. И тогда в 94 году я узнала, что он был в Индии, Иса там его звали, и он путешествовал по Индии, в Непал, там по разным этим, и я решила отправиться в путешествие по его следам. И я прошла с самого юга до самого севера по следам Христа. И я везде спрашивала, был ли здесь Иса, а там везде записи, потому что там эта письменность существует миллионы лет. Да, был. Вот старая Канкра. Сколько вашей деревне лет? 50 тысяч. То есть это сейчас уже в России Костенки открыли 30 тысяч. Ой, много. Да что тут много-то? Здесь немного. Вот и когда ты начинаешь узнавать интуитивно. В тот раз, путешествуя 2 года, я еще мало чего узнала. Но вот последний раз меня просто как по голове этим охлобучило, да? То есть я вдруг поняла, что... Ну, сравнивая даже слова Христа, я есть Альфа и Омега, он говорил, я есть начало и конец. Так, теперь смотрим Шива. Что про Шиву говорят? Я есть Альфа и Омега. Он есть Альфа и Омега, начало и конец.
созидание и разрушение. И тут мне в голову стукнуло по качествам души, что Шива – это отец Иисуса Христа и Иссы, Иисуса. Вопрос, а кто такой Исса? Как он оказался в Израиле? Почему у него голубые глаза, светлые волосы? Ну, много вопросов. Правда? И вопрос на вопросе, и все они неразрешимы. Где он родился? Почему он как-то странно так родился от Марии, которая вдруг попадает в монастырь в 16 лет? Почему она в монастырь попадает? А теперь давайте обратимся к истории. История Иудеи. Кто тогда властвовал в Иудее? Кто? Римляне. Значит, римляне ловили каких-то людей, сажали в решетки, женщин насиловали, не так ли? Ну, если надо. Значит, мое предположение, что вот эта девица, Мария, юная, оказалась в монастыре иудейском только по одной простой причине, что ее кто-то преследовал. И значит, ну как, вот везут пленных, кто-то выкрал пленную девушку и посадил в монастырь. Спас. Вопрос, откуда эта девушка? Я чисто логически вывожу. Если эта девушка попала в монастырь в 16 лет, ни с того ни с сего, да, то мне там наплевать, что про нее там говорили. Ясно, что просто так девочка в монастырь не пойдет. Значит, ее там спрятали. Раз ее спрятали, значит, ее, видимо, как пленницу привезли откуда-то что-то. Ее спрятали там. А раз спрятали, то, значит, те, кто спрятали, возможно, она была какого-то высокого рода, неизвестно откуда, да? Значит, за ней должны были прийти. Должны были прийти. Но тот, кто пришел и называется архангел Гавриил, Гаврюша, Гавриил, побывав с ней, поговорил, вдруг она от него беременна. О, от Святого Духа. Вот смотри, давай логически будем продвигаться дальше. Мое предположение, что этот Гавриил пришел, о чем они там говорили и что они делали, мы не будем вдаваться. Но после этого он же ей что-то сказал. Да, что-то сказал. После этого девушка беременна. Ее, по идее, там в монастыре должны выгнать, убить и там еще что-то. Но берется вот этот Иосиф, да, человек, который старше ее в 2,5 раза, и он ее прикрывает. Он ее прикрывает не просто так, значит, что как вот человек возьмет и жалости прикрыл, или как? Да нет, наверное, тот, кто приходил, а может и не один, наверное, что-то там обещали, что-то сказали. Потому что потом, когда Мария уже беременная едет рожать, как можно, скажи мне, как можно вот там звезда по звезде вычислить, где родился младенец? Это невозможно практически. Они уже знали, куда они идут и зачем. Мобильников, конечно, не было, но они знали, где это произойдет все. И они находят. А кто находит? Те, которые, собственно, выкупают Иисуса, дают Смирну, золото на питание до определенного возраста. Кто это сделал? Там как было написано? Три? Волхва. А кто такие волхвы? Ну, вот и все. Ответ понятен. Но по какой-то причине эти самые волхвы, вот что они примерно говорили Иосифу и Марии? Вот мы тебе даем дорогие вещи, дорогущие. Вот ты будешь кормить этого ребенка, а потом мы что, придем и его заберем. Все же просто. Но почему-то, когда волхвы его забрали, вроде бы они были на Руси, но почему-то они его забрали не на Русь, а в Индию. Была единая система, либо к тому времени волхвы уже все перешли каким-то образом, то есть, да, либо единая система, потому что забрали они его не в Россию, они его забрали в Индию, там он обучался, и там его обучали. Итак, вот логическими путями, без всякой этой мистики, вот этой, которую там навевают людям и сказочек, мы начинаем понимать, что история каким-то образом ведет нас, волхвы. Почему волхвы в Индии? С какого перепуга они там оказались? Это вопрос, над которым стоит подумать, правильно? Да. Да. И ответ тоже ясен. Значит, какая-то... Вот тебе ты просила о связи,
вот тебе связь. Значит, возможно, что люди-то жили там, там, это не важно где, но что является связующим звеном между странами на самом деле? Что? Ну, тогда не было, допустим, транспорта, были верблюды, там, ну, не важно, там, большой караванный путь. Кто или кто? Общая культура. Странники, волхвы. Они являлись циркуляционной системой. Вот я странница, я циркулирую из Индии в Россию. Я являюсь этой, я создаю эту единую кровеносную систему между Россией и Индией. В то время они тоже создавали путешествия, только на кораблях, да, там на верблюдах. Они создавали этот единый поток информации. Газет не было, телевидения не было. Они носили эту информацию каким-то необычным способом. Не таким, как мы думаем. Не пришли и рассказали. А по-другому. Но это тайна, которая пока сокрыта, но она раскроется. И таким образом они забирают ребенка, выкупают его, отдают деньги, да, дают на воспитание деньги, выкупают Иосифа и Марии и забирают ребенка. И там он растет. Неизвестно, сколько лет он был в Индии, в Бутане, в Непале, где родился. Вот он много где был, я по следам его всем прошла. Вот, и естественно, сама сделай вывод, если человек там находился, и он учился в разных храмах, он явно получил посвящение в шиваизм. Ну, не могло такого быть, чтобы он не получил это посвящение. А если он очень шел уже заранее осознанно и его подготавливали, то ему явно являлся Бог Шива и Матушка Парвати. Ну, являлись они ему. И значит, он получил те знания, которые позволили ему вернуться в Гаудею, и вот за эти 3 года совершить определенный подвиг. Хотя при этом, конечно, его, понятно, что вытерпеть это не могли, народ это вынести не мог. И на него совершено было, вот, так скажем, покушение такое, да, то есть его, собственно, распяли. Но опять, учитывая возможности тех знаний, которые есть в Индии, он, конечно же, мог перейти. Во-первых, вот есть Библия, в которых написано о том, что было 2 Иисуса. Два. А почему 2? Вот смотри, когда он женился на Марии Магдалине, свадьба-то была чья? С чего это мать приказывала, мать его приказывала на свадьбе? Это было на его свадьбе. И когда шла эта свадьба духовная, да, она, наверное, шла по каким-то традициям иудейским, я не знаю уж. Но когда первый раз она говорит, вино кончилось, преврати-ка ты, мол, в воду вино, он говорит, я еще не могу. Почему? Почему он сразу не смог? Почему ждал чего-то? Значит, должно было прийти какое-то время, где он как вот оборот такой происходил. Да? Раз, вернулся, стал другим. И тот другой мог превращать. Как бы 2 Христа. Ой. Один земной, другой небесный, а он который увеличился? Входил. Я нажала, а он увеличился. Видишь, как происходит? Ну а как же? Вот что сейчас происходит? Обязательно появляются те коровки, как это сказать, культурные, это Россия. Вот она, падшая Россия. Что, вот пошла женщина там. Это что, мать? Посмотрите на нее сзади. Это мать? Нет. Это я не знаю, что это горилла. Вот там стоящая сзади горилла. Так вот, получается так, что эту землю, вот эта земля, она святая. Она имеет некую вторую часть. Не зря говорят, там Индия сердце, а это как голова, да? Но она имеет тоже вот некую энергию святости. И Индия без России не может. Это притягивание одно к другому. Но на этой земле были изничтожены, изгнаны. Во времена крещения Руси вообще все волхвы были изгнаны. Они бежали все. Они бежали куда? В Индию, в другие страны. А здесь заселились кто-то другие. И получается, что эта страна, эта земля святая, стала демонической. И это уже давно.
потому что и воспитание, которое заложено здесь у людей, это вот отсутствие присутствия, как говорят. Вот у них отсутствует присутствие. Они могут тысячу раз чему-то молиться, они на природу могут молиться, ходить в церковь, но у них это отсутствует. Вот, понимаете, отсутствует. Они как обрезанные какие-то. Какое воспитание отсутствует? То есть это осознанное подход. Не только это, отсутствует вообще все. Вот как это объяснить? Отсутствует та сила энергии, сердца, души, которая должна быть в наличии. А те люди, которые здесь, на этой территории, появлялись с этой энергией природной, природа отсутствует. Это какие-то неприродные люди. А если появлялись те, которые были природные, то давайте вспомним, что сейчас, что тогда, что с ними делали. Что делали со всеми? Певец, давайте, вот самого ближайшего, как его, певец, который «Я рожусь в стране не дураков, а гений». Тальков, Сережа Есенин, Маяковский. Люди, которые имели внутри себя эту природу, эту память генную. Что с ними делали? Их убирали, уничтожали, отслеживали. А те, которые рождались с некими урезанными ДНК, то есть вот это люди, которых сейчас мы, это у них вырезано некое, с цепочки ДНК что-то вырезано. И следующий вопрос, который встает, это можно ли восстановить это вырезанное? У тебя взяли и отрезали что-то. А можно ли это вернуть? Вот это вопрос, который требует очень глубокого, на самом деле, размышления. Но для этого надо спросить у них, а они хотят этого? И когда ты спрашиваешь, они говорят, а мы ничего не хотим, нам и так хорошо. Мы рабы Божии, и все, и нам больше ничего не надо. Мы так хотим жить. И редкие люди, которые хотят искать свои корни, да, это ведь как мало. А остальным людям, что им нужны эти корни? Они им не нужны. Они проживают жизнь во сне и умирают во сне. Вот мы ехали в метро, я смотрю, люди спят. Ну, спят все. Ты с ними что хочешь, то и делай. Я вот даже посмотрела на них, на всех уже. Вот смотрите, хлеб и зрелищ. Куда это ведет такое? Такая жизнь? Да в никуда это ведет. Поэтому те, в ком просыпается дух и память генная, они и стремятся. Все почему-то рвутся в Индию, да? И все начинают ехать. Или мечтать об Индии. Как ты же мечтаешь поехать? Да. Мечтаешь. Потому что там ты найдешь, если ты туда поедешь, ты обязательно там найдешь что-то, что станет твоим корнем. Потому что растение, роза, отрежь розу, посади ее в графин с водой. Какое-то время она может жить. Но потом она все равно вот умирает. А если роза растет в земле, и у нее есть корень, она, конечно, себя помнит, она знает, как себе вот расцветать, какой аромат от нее будет идти, так и человек. Поэтому возвращение к нашим родовым корням человеческим на сегодня возможно только через Индию. Другого пути я просто не знаю. Может быть, где-то там в пещерах Урала, под Уральскими горами, есть какие-то тайные пещеры. Я вот у меня было, это где находится некий кристалл, вот я об этом даже написала очень давно, который каким-то образом там оказался, и который может открыть порталы входа, чтобы в Индию можно было два шага сделать, и ты выйдешь. И наоборот. А не шагать вот как сейчас. Потому что у меня такое ощущение, что у Индии есть и у России вот этот другой слой, когда можно через портал оказаться вот просто вот тогда там, раз, и ты уже в Индии сидишь. Таким же деревом. И уже вокруг тебя другая страна. Вот как тоже должно быть, по идее. Мы к этому идем. И мы пытаемся раскрывать. Вот и ты тоже невольно. Вот дети у тебя вырастут. Может, они что-то смогут раскрыть и понять. Но надо стараться раньше это сделать, а то никого не останется на этой земле. Потому что, смотрите, уже сейчас ввели браслеты, через которые можно там в метро прикасаться и все так, не прикасаясь. Потом ведут чипирование. Там следующий шаг. Люди совсем засыпают. У них закрывается память. Сейчас уже говорят, что у человека мозг стал на уровне какой-то там обезьяны.
это как? То есть очень быстро за 20 лет происходит такое угасание мозга человека, разумной деятельности, разумного сознания, разумной мысли. Потому что человек на самом деле это многомерное существо, он же не одномерен. Поэтому и мысль его в мозге должна быть многомерна. То есть вот я сейчас сижу, я могу себя видеть спереди, сзади, с боков, вверху, внизу, под землей, на другой планете, в Индии, во Франции и так далее. Когда я имею такие ощущения, видение духовное, тогда я многомерна. И тогда я понимаю, что где происходит, тогда у меня ощущение от происходящего на Земле общее, а не какое-то фрагментарное, как люди. Что они видят? Они как в яйцах сидят, эти яйца покоцают и все. Или что с ними там сделают, я уже не знаю. Но все люди спят. Я еще заметила, на Руси сейчас люди начали просыпаться, и, как я вижу, мышленно начался вводиться вброс искусственных ценностей, какого-то прошлого, который не совсем, например, с лживого, да, фальшивого. Да, не совсем с внутренним миром своим соприкасается. Ты понимаешь, что здесь какая-то кривда. И, возможно, это делается потому, что люди начали просыпаться многие и пытаются увести по какому-то ложному пути для того, чтобы дать им раскрыться как цветам. Потому что, возможно, если каждый из нас раскроется как цветок, мы сможем поменять его. Даже есть такое «в час цветка встретимся», да, то есть что такое «час цветка»? Это действительно, когда в человеке раскрываются внутренние знания, а не внешние, когда он начинает знать не от того, что ему сделали вброс фальшивых знаний и фальшивой истории, а от того, что он подошел к этому дереву, к этой розе, прикоснулся к ней, соприкоснулся со своим сердцем, и сердце ему все раз и открыло, и он увидел всю историю планеты Земля и других планет и всего чего угодно изнутри себя, а не то, что делают вбросы снаружи. Тому, что делают снаружи, верить вообще нельзя, потому что сейчас, допустим, если появляется один оригинал, например, Мону Лизу нарисовал один художник, она одна, а копий сколько? Миллиарды. Точно так же, если появляется где-то истина, с нее делают миллиарды копий, и все они не настоящие. Они приближенные, но в них есть там 1% лжи, допустим. А для достаточно одной ложки дегтя в бочку с медом, чтобы все испортить. И поэтому очень важно сейчас каждому человеку искать не снаружи что-то. Нет, ну снаружи можно там смотреть, но так фильтровать базар, как говорят. А все надо искать внутри себя, через чувства свои, которые не должны обманывать. Многие люди просто себя обманывают. Например, всех, ведь на самом деле лохотрон повсюду. Вот эта кривда везде. И нас лохотронят. Но люди часто, вот допустим, даже не важно где, вот вы увидели человека, да, сказали соседям, мужу, друзьям, боже, какой прекрасный человек. Вот я увидел, я вот это. И вдруг, через какое-то время, вы узнаете, что это вовсе не прекрасный человек. Он плохой, но вам неудобно перед соседями, перед друзьями. Как же так? Вы же говорили, что он хороший. И сказать, что я лоханулся или я лоханулась. Это все неправда, этот человек не такой, как я думала. Люди боятся. На самом деле ошибки нас развивают. И очень правильно, что есть ошибки. Допустим, ты в кого-то верила, а потом вдруг ты увидела, что он говорит одно, а делает совсем другое. И ты должна прокричать на все, для всех. Ребята, я ошиблась, понимаете, я лоханулась. Меня обманули, потому что, смотрите, он сказал это, а делает это. Получается, что таким образом мы даем знания, но через эти знания, разломы это называется, только разламывая все вот это, мы начинаем видеть правду, истину. То, что внутри. А нам нужно добраться до внутренности. Люди все в масках, такие фальшивые все, изображают вид из себя, синдром бедности своей прячут. Они говорят, что они богатые, на самом деле бедные и так далее. Ну, то есть много чего есть. А вот заглянуть вовнутрь человека и увидеть, что там за одной дверью, за второй, за третьей, за десятой.
А для этого нужно пройти очень большой путь. Это нужно все время постоянное познание ошибки. Только на ошибках мы учимся. И поэтому ошибка, и когда я говорю, я лоханулась, это классно, понимаете? Это самое настоящее. Я ошиблась. И из этой ошибки я извлекла вот такой вот опыт. А опыт – это самое ценное, что есть. Потому что только через опыт мы можем прийти к истине и к правде. Другого пути у нас, ну, нет просто. Все остальное, когда вам на лопатки предлагают готовое знание, это фальшь. Со всего Едино, мира, да. И вычленить из него вот то настоящее, то общее, из него мы можем каким-то образом узреть правду. Вот у нас есть знакомый всему судьбу, битва нартов и ангелов, титанов и богов. Угу. Мария, расскажи, как в Индии это преподнесли, и как же понять, кто прав, кто виноват, боги или титаны? Я просто знаю, что правду, то есть историю пишут победителя. И с победителем конечно, не да. спрашивают, прав ты был или виноват. И в данный момент проиграли у нас титаны, боги выиграли. Как в Индии это описывается? Оправдываются ли титаны? Их сильные и слабые стороны? Конечно, это, возможно, достойно следующей передачи, более глубокой и широкой. Конечно, это достойно следующей передачи, но здесь такой момент. Во-первых, в Индии понятия титаны как таковые нет. И ангелов тоже понятия нету. У них есть очень четкое отделение всех и вся. То есть у них есть боги, полубоги с дефектами речи. Вот у них есть демоны и у них есть ракшасы. Вот можно сказать, что ракшасы – это вампиры такие. Это, еще змеи-люди, наги, да. И, значит, вот демоны. Среди демонов есть асуры с кодексом чести, а есть те, которые не имеют кодекса чести. Значит, полубоги всегда воюют с демонами и асасурами. Почему? Потому что тут речь идет о мирах. У полубогов находится Ирий. То есть у них находится вот этот рай, назовем условно, что у полубогов они владеют раем. У них Локи называются это, да? Вот их Лока – это рай или Ирий. Борьба за Ирий шла всегда. Но демоны, они вообще им было отдано подземное царство. Они жили под землей, так же, как и наги. Но они же хотят завоевать нечто большее. Порой они нападают на людей на поверхности земли. И идет вечная война, нескончаемая. Понятно, что бог Брама там живет, у него своя Лока, у Вишну своя Лока, а у Шивы Кайлаш. И вот всегда демоны хотят захватить вот все миры. Вот сейчас произошло то, что это все перевернуто, мы сейчас давайте будем вот исходить из этого, что на самом деле демонические структуры захватили все три мира.